Здравствуйте, бесценные друзья, хорошие. Это канал Maximum of Games, я его ведущий Владимир Постов. Сегодня мы будем смотреть, как нагружает систему игрушка BMNG Drive. Это скорее даже демка, не игрушка. Акцент будет на транспортных средствах без каких-либо террейнов лишних. Просто стандартная карта. Без высот даже. Особо даже без текстур. Использоваться будут стандартные машины базовые. Без модификаций, без всего. Просто посмотрим. Сколько машин вот с такими настройками выдержит средний неигровой уже комп. Нагрузку влияют не только количество машин, но и, конечно же, их состояние. Поэтому мы немножко... Так вот он. Какой из них-то? Вообще не важно. Ой. Ну ладно. Так. Теперь добавим... Даун, это я. Быстрей, быстрей. Грузит следующая какая? Второй раз загружается довольно долго. Ну что же. Надеюсь, это еще не конец. Мне как бы видео хотелось бы записать более существенное, а не вот такое вот. Но очень долго. Так, игрушка не зависла, отвечает, как бы написано, что, ну то есть не написано, что игра не отвечает, диспетчер задач. Все приложения нормально работают. Да, есть кучка фоновых приложений, кроме вот AGI, который мониторит все эти вот показания, показывает. Еще OBS, полузакрытый браузер. В общем, обычное состояние компьютера, как у любого. А, ух ты, надо было нажать Escape. Как у любого пользователя, в принципе. Стандартного. Дефолтные настройки компа, дефолтные настройки меня. Юзера. Так, скакнула температура почему-то, интересно. Ой, то есть не температура, а процента. А, ну все правильно. Процент нагрузки скачет довольно бодро. Момент добавления самой машины. Использование оперативной памяти увеличивается. Видео память как была, 0.8, так и есть. Вот уже 4 машины. В принципе, нагрузка на процессор увеличивается. Ну что ж. Давайте продолжим в статике смотреть пока. Еще одна машина. Пятая машина пошла. Они не двигаются. У каждой машины при появлении работает двигатель. Она стоит на ручнике. Но тут, в общем-то, все видно. Так. И кадры в секунду не проседают почти от нагрузки. От увеличения нагрузки. Так. Кажется, все в порядке. Когда они
с ними что-то происходит, с этими машинами. Все становится очень печально, очень часто. Игра не улетает при этом, но нагрузка заметно увеличивается на систему. Проседает FPS. Серьезно. Ну как серьезно? На этом компьютере серьезная просадка FPS, это даже не кинематографичные 24 кадра в секунду, а просто до кадра в секунду. Может меньше. Так. FPS скакнул в этот раз. Заметнее. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Давайте восьмую добавим. Так. UI, который, кстати, у меня пишет всякие ошибки при запуске компьютера. Интерфейс подвисает уже. Интерфейс тут идет отдельным приложением. Так. Которое ест заметное количество ресурсов. А, нет, не ест. Это не оно. Четыре приложения интерфейсных на фоне от этого BMG висит. Ух ты, как просеялся разрезка. Так, это восьмая или какая? Я дурак, считать не умею. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Девятая машина добавляет очень серьезные просадки. Он начинает меняться. Так. Еще десяточку. Вот она. В общем, 15 кадров в секунду. Юзабельно, конечно. Но много с ними не сделаешь. При замедлении два раза игрового времени. Кадр, конечно, восстанавливается сразу. 4 раза. 8 раз. Все в порядке становится. Ну что ж, вот они. Максималочки, наверное, 10. Одновременно 10 машин для этого компа. Довольно серьезная нагрузка. Процессор 4-ядерный. i5. 4330 вообще под завязку загружен, но температура еще приемлемая. Оперативной памяти мало используется, до 2 гигабайт еще не дошло. И видео гигабайт 60 мегабайт, 600 мегабайт. Чуть больше чем 1,5 гигабайта видеопамяти используется. Карты 750 Ti. Так оно ведет себя в статике. Сейчас можно попробовать включить AI для всех машин одновременно, кроме своей. Дать команду преследовать мою машину, чтобы проверить, как оно вообще будет работать под такими нагрузками с этой функцией. Так. Кадры в секунду.